Дорогие Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович, я извините, что я обращаюсь к вам опять. Я очень опасаюсь того, что происходит. Я сейчас даже очки вот надену специально. Я наушники такие надел уже с микрофоном и тельняшком. Смотрите, они говорят, через 3 дня, так, они говорят, через 3 дня будет минус 10. Через 3 дня минус 25. Это как? Ну, что это такое? Через 3 дня. Потом 3 дня проходит. Они говорят, через 3 дня будет минус 8. Так? 3 дня опять проходит. Минус 25. Потом говорят, на следующий день будет минус 10. Опять теперь минус 10 опять. На следующий день минус 22. Сейчас вот немножко лучше стало. Сейчас. Минус 15. И там что-то такое вроде снега идет, но... Это сейчас мы опять все поверим, да? Они опять скажут, сейчас минус 10, да? Мы опять все поверим, а у них опять завтра минус 22. Сделайте что-нибудь. Велите их арестовать, как вы арестовали майора Дымовского. Спасибо за внимание, потому что порядка не будет иначе. Это бардак и беспредел. Просто бардак и беспредел. Спасибо. Извините, что обращаюсь к вам.